Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа. Ну и это Prison Architect, собственно говоря, третья серия, о чем мы закончили в прошлый раз. Надо вспоминать, это я уже недельку где-то, по-моему, не играл в эту игру. Так, что у нас по финансам? По финансам, я смотрю, у нас все не очень, да? Однако, я смотрю, деревья вроде как таскают и... Так, что у нас? Что у нас? Вроде пока ничего не строится, да? Заключенных у нас норма, новых не прибывает. 35 семей ждут свиданий. А что у нас насчет грантов? Давайте посмотрим. Тюремный блок Б. То есть нам надо 30... Увеличить вместимость тюрьмы до 30 заключенных. Тут у меня же 36 вместимость. Может быть, поставить просто камеры обычные, что я хотел. Давайте что-нибудь подороже. Вот право на свидание давайте. Но это право на свидание мы немного иначе реализуем. Мы, короче, сейчас поставим... Куда он стол тащит, товарищ сотрудник? Да, мне камеры нужны. Мне нужны новые камеры. Собственно говоря, давайте их и строить. Так, ну... Сейчас, одну секунду. Посмотрю, что-то как тут у нас обстоит. Ну, я думаю, да, мы можем себе позволить напихать еще пару камер. Раз... Два, три. Я думаю, прямо уже здесь не стоит. Вот так вот. Раз. Хорош, я думаю. Пускай отстраивают. По деньгам у нас пока минуса, но, блин. Я думаю, с этим лесом мы все-таки вытянем. Как-никак. Продать. Пока наши ленивые рабочие таскают, мы строят там. Мы это все дело будем продавать. Надо увеличивать количество заключенных, чтобы получать госотчисления за них. Леса это, конечно, хорошо, это прибыльно, это бизнес. Но заключенные тоже приносят деньги. Однако требуют за собой ухода, электроэнергию, оплата охранникам, уборщикам, там, я не знаю, если их слишком много, если не хватает. Так, ну все, хорош продавать. Вот эту еще большую продам. Ну и вот это. Не, давайте уже до нуля добьем. Чтобы было за что платить зарплаты в конце месяца. То поднимутся, скажут, что ты не платишь нам. Так, сейчас машина покинет территорию. Сколько появляется? Ну, я бы не сказал бы, что очень много. Я даже всерьез подумал, может сократить количество охранников. Давайте вот так вот. У нас тут член банды. Так, еще этого арестовали. В карцере его. Чего я хотел? Так, ну, давайте для асимметрии, может, как-то вот псарню тут, стенку закроем. То, знаете, смотрится как-то. На... Надо еще деревьев потаскать. Ну, деревья это да, это прибыльно. Это надо. Без этого вообще никак.
Все, давайте закройте уже стенку тут. Подвисло немного. Ладно, неважно. Вот так вот. Стеночку мне тут забахайте. И что мы тут... Построить комнату для свиданий. Комната для свиданий. А у меня разве еще пока нету? Нет, а предыдущая тюрьма, она, по-моему, у меня еще была. Так, давайте сначала расширим, блин, количество наших заключенных и получим деньжат. Так, ну у нас тут вроде как все хорошо, да? Машина там еще не приехала, другая. А сколько у нас, какой у нас персонал? А, 10 рабочих, охранников 16. Вполне себе хватает, я думаю. Комнату для свидания, говорите, да, построить? Так, комнаты. Комната отдыха. А мне это надо, да? Строить комнату отдыха, установить бильярдный зал. Да, это мне тоже надо. Ну, комната отдыха пускай располагается где-то... где же оно? Может располагаться, а? Ну, явно не в душевой. Какие у нее требования? А, без требований, да? Значит, сразу ставим кирпичное здание. И пускай. А пускай она где-то здесь она будет, такая, комнатка отдыха. Так, 2410. Что-то дороговатые комнаты у нас стали. Не, ну раз нас требуют, раз мы уже, так сказать, взяли деньги, взяли грант, то... Я думаю, все-таки стоит исполнить. Или начало, я думаю, комнату для свиданий. Блин, опять денег нету. Уходит, как дети в школу. Так, давайте сначала хотя бы трубы проведем. Хотя бы. Деньги разлетаются вообще на ура. Здесь, наверное, трубу поширше проложим, такую. Такую хорошую трубу, да? Все. Ну, давай, лес, кормилец наш. Приноси доход. Кирпич. Это пока у нас стройка, наверное, у нас такие растраты идут. Блин, уже минус 41 доллар. Так, по электроэнергии у нас нормально все. Я там набубенил так нормально. Так, давайте думать, что нам с проводкой делать. Я пока на паузе все вот это вот попродаю, пока время, пока не идет расходы наши. Заставлю их проложить. Так, материалы. Где у нас тут эти электропитания? Потому что без него никак. В нынешних реалиях. Как-то так вот. Пускай будет. Так, и здесь надо как-то вот им камеры закрыть это все дело. И поставить там... Так, отлично, у нас уже... Уже у нас есть вместимость на большее количество человек. Уже туда даже заселились некоторые заключенные. Чтоб не такая толпень была, да? Ну, блин. Так, качалки у нас все заняты, да? Я смотрю, так иногда бывает. Чё-то я давненько обыск не устраивал. Так, все, камеры готовы, да? И, по-моему, я считаю, сюда нужно патруль назначить. Расстановка. Так. Вроде должно всего хватать, да?
сюда охранника нету смысла. Все. Охранник действия. Даже, наверное, вот так вот сделаю. Где охранник? Он что, телепортировался, что ли? Нормально. Патрули работают. Служба идет. Что у нас с расписанием для зэков? Так, нам нужно, по-моему, больше свободного времени там давать. Вроде как. Режимы. Питание, двор. Ну, блин. Давайте им больше свободного времени дадим. Я думаю, это благоприятно повлияет на процессы, которые проходят в тюрьме. Меньше недовольных заключенных будет. Однако за ними надо будет больше глаз да глаз. Чтоб не обменивались там всякими ненужными веществами. Наркотическими. Так, я вам, блин, так будку и не построил-то. Ну что, давайте. Работайте. Сажайте там, работайте. Выколупливайте. Продавайте. Мне нужна, блин, комната. Комната для отдыха. Сейчас, по идее, не должны быть такие большие, знаете, или отчисления там. На кирпич там, я не знаю, на цемент, я не знаю, что они там используют. По идее, должны, но... Все наши вроде как кирпичные, да? Ой, давайте какую-нибудь небольшую комнатку отдыха поставим. На первых порах. Что, вполне себе. Такую вот комнатушечку им. Так, и давайте... Раз уж мы расширили количество заключенных. Так, ну да, среднего режима. Давайте поднимем до 48 тогда заключенных. 6 штук получим. Тоже весьма неплохо. Потому что сейчас с них отчисления же там будем получать. И их содержание. Ну, соответственно, можно и бюджет немного иначе распределить. Вот, недовольство немного спадает у нас тут. Деревца новые растут, эти пока срубаются. Ждем, так сказать, извиняюсь, новый урожай деревьев. Вот, пока застройка идет. Давайте скорость побольше включим. И я думаю, так, нас все сыты, все довольны. Столов там чего все хватает, да? Вроде хватает. Так, что-то я на паузу поставил. Так, нужна дверь. Для того, чтобы дверь появилась, нужно ее поставить. Нужно продать какой-то из объектов. И поставить дверь. И назначить, наверное, патруль надо будет там. Также поставить. Так, что-то я слепой. Вот, служебная дверь. Так, мы ее организуем. Давайте. Не знаю. Ну, как-то вот так. Поставим перед этой служебной дверью. Где этот, блин? Ладно, поехали пока. Пока найдемся. Так, электричество, наверное, сюда надо будет подвести, да? Но пока денег у нас не хватает. Ясно, понятно.
Так, поставим здесь пока. Так, запускай. Комната для свиданий? Нет, давайте вот это вот. Комната отдыха поставим. Комната отдыха. А что в комнате отдыха? Просто в помещении, да? Ну, хорошо. И давайте тогда, раз уж это комната отдыха, поставим здесь вот такого вот серьезного дядьку, пускай тут блюдет закон и порядок. Ой. И пускай даже он выходит вот так вот иногда покурить. Но это он будет отлавливать тех, кто там, короче, это, нехорошо себя ведет, в общем. Проносит всякие ненужные вещи. Так, у тебя там электричества нету? Так, дайте мне бабоса. Не понял, что это тут шляется? Так, не понял. Расстановка. Зона. Зона для персонала. Во-первых. Ну тут точно у нас зона для персонала. Да и тут, в принципе, у нас зона для персонала. Не-не, подождите. Зона общего пользования. Здесь уже пускай будет. Все. Вот то, блин, посмотрите на них. Шляются тут, блин, собирают там. Оружие себе там делают, понимаешь ли. Не, ребята, здесь зона персонала. Что не ходите тут и не путайтесь под ногами. Я же первый раз прощу, никого не посажу, но, блин, больше не шныряйте. Тут делать нечего. Че, у кого-то зубной протез в кастрюлю упал, да? Где же наши новые заключенные? Где же, блин, наши деревья, которые не спешат расти? Да, погрязли мы в долгах с этими стройками. Новых деревьев нету. Ну, по крайней мере, что, еда есть, заключенные кормятся, заключенные моются. Мы получаем деньги с этого всего. Вроде, знаете, не такой у нас раздутый бюджет, но, блин. Ну, что у нас уходит? Давайте посмотрим. Одежда. Чё вам с одеждой не так? Режимы. Духовное наставление. Учёные. Федеральный грант. Зарплата. Зарплата охраны. Больше всего у нас уходит на зарплату охраны. Что-то администрация, так знаете, солидно жрет. Я скажу вам. Так, три. О, блин. Корпоративные налоги. Да. Ну, что я могу сказать? Тут только подождать надо. Пока деревья там повырастают, пока их попродаем. Или я думаю, что вообще там надо расширить нашу садово-парковую зону. Чтобы бодрячком, чтобы там, знаете, одни деревья вырастали, другие срубались. И пока эти срубаются, уже другие выросли. Чтобы в таком количестве было у нас. Не понимаю я. Прибыль. Так, а по-моему, чтобы расширить как-то прибыль, нам надо... Что нам надо? Нам надо сюда зайти. Так, ну у нас финансы есть. Так, позволяю прилетать в соседнюю часть земли, это мне пока не надо.
Вот это бы взять дополнительный ган за 500. За 500 баксов. Там было бы здорово. Пока мы себе такого позволить не можем из-за наших долгов. Прибыль по 25 баксов получаем. Только сейчас еще новые заключенные прибудут. Через 5 часов. А то уже сегодня. Сколько они там? 6 часов прибудут. 7. Добро. Ждем. 6 штук баксов получим. Можно будет исследование это взять. Типа дополнительный грант. Можно будет больше денег срубить. Больше расширить. Интересно, вот это вот засчитается нам? По-моему, еще 20 штук должны отчислить с этого всего. Или это, в принципе, в начале, когда я брал. 20-ку мне дали, типа, нам будет считаться завершен. Да, наверное, вот так вот и будет. Чисто 20-ку мне уже отбашляли, и все. Молодец, что сделал. Теперь у тебя тут ничего не висит. Можешь расширять грант. Можно будет здесь подвести тогда электричество. И сюда можно будет... чего-нибудь поставить. Установить бильярдный стол. Ну, мы сюда его поставим. Установить не менее 5 таксофонов. Но это, наверное, имеется в виду. Ладно, тогда мы на улице поставим таксофоны. Не, в принципе, мы можем и здесь поставить таксофона. Пару штук. Что, тебя подменить некого? Так, сейчас новые заключенные прибудут. Сейчас их тут расселят по камерам. Что-то рабочие наши скучают. Не работают. Мне, в принципе, они в таком количестве не нужны. Давай, мы тебя уволим. Может, хоть как-то свой бюджет поднимем побольше. Если у нас острая нужда появится в рабочих, то, я думаю... Так, ну чё, где там? Где наши заключенные через 30 минут? Ну, 20 секунд прибудут. Душевых на всех хватает. Так, а у нас как вообще по времени хватает? Там им на душ, на все вот эти дела. Надо посмотреть. Ну, душ у нас по 2 часа идет. Вечерний такой душец у них есть. Я думаю, это вполне себе. Мусор вывозится. Все, новые заключенные у нас. Сколько там, 6 штук, да, приехало? Нет, 12. 12 заключенных. По поводу питания тоже у нас вроде проблем нету никаких. 3 повара справляются пока на ура. Ну, это главное, да? Все, пока есть деньги, блин. Давайте поставим вот туда какой-нибудь бильярд. Не знаю, бильярд. Телевизор вам сюда. Забубеним. Какой-нибудь диван. Помягче там. Попа в радости была, как говорится, да? Радиоприемник. Ну, такую знатную комнату вам поставим. И, по-моему, они хотели, чтобы я им поставил еще таксофонов, да? Ну, таксофон дело полезное, поэтому мы этим и займемся. Вот так вот. Как-то вот так, я думаю, хватит. Вот вам диваны, вот вам там телефоны, радио там. Слушайте, наслаждайтесь жизнью. Так, стоп. Я хотел, но так и не поставил. Блин, где-то фигня.
продать. Это нам пока не надо. Это нам пока не надо. Вот, вот, блин, я слепой. Штуку баксов. На, блин, и выложи, называется, да? Так. Что-то у нас нету, блин. Пока поставить мы не можем себе позволить. За штуку баксов. Менее 3 столов для посетителей. Вот, стоп, 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 стоп. А вот теперь мы можем поставить. И давайте это сделаем. Прямо сейчас. Вот так вот еще сделаем. Все. Ну, все довольны, все звонят там, да? Тут у нас еще один таксофон в планах. Шары там свои погоняли. Как бы это, блин, не звучало. Демонтировать. Я его не той стороной поставил. Да давай ты уже демонтируй там. Господи. Демонтируй тут еще полдня. А, телевизор. Где у нас телевизор? Телевизор, телевизор. Так, радиоприемник я вижу. Вот телевизор. Вот этой вот стороной надо его ставить. Все. Давай, занимайся. Все, теперь как у людей все. Так, давай. Закрывайся. На пол экрана мне тут высветило. Сейчас деревца новые. О, уже. Вот это я понимаю, вот это разговор. Вот благодаря этим деревьям мы только здесь и выживаем. Которые вырастают там. Сейчас двое поедут. Трое даже продадутся там. Так, охранник у нас тут ходит. Ребят, может вам отпуск ночью устроить? Что, опять замесы, да? Опять кто-то недовольный. Но охрана вроде как пока справляется у нас. Ну, раз уж ты так свалил, то... Так, 5 человек, слушание Будо. Условно, досрочное освобождение. То есть мы скоро себе можем позволить добрать еще 5 заключенных. Угу. Блин, вот комнату для посетителей бы поставить. По хорошему делу. Продадим объект. Чего у вас там так скопилось много? А кто-нибудь из вас входить будет? У вас тут столько охранников, блин, ни один дверь открыть не может. Чего вы там столпились так, а? Может вам обыск устроить, а? Как считаете? Так, а что насчет прачечной вообще? Есть тут такая вообще понятие такое, как прачечная? Вот комната для свидетелей, для свиданий нам бы. Кладовая тоже нужна. Смотри, да нам все нужно. Так, здесь у нас псарня. Комната для свиданий. Ну, поскольку тут еще и гражданские лица. Ой! Будет приходить. Я даже не знаю. Но здесь у нас для персонала, так сказать. Все для персонала. Такую, знаете, небольшую комнатку надо забубенить нам. Это явно для свидания не подойдет. Это вот такая вот побольше. 2200. Ну что, значит ждем. Пока они тут деревья нам насобирают. Чем больше, тем лучше, да?
Так, и давайте... Что давайте? Так, сколько у нас тут? 4 человека в шкафцере сидят, да? Нам нужна комната для свиданий. А что нам мешает, в принципе, здесь же ее рядом поставить? Комнату для свиданий. Сейчас мы вот так вот расширим. Расширим наш бюджет. Чего жалеть-то, да? Поставим здесь же двери. Ну, такая, знаете, поближе, чтобы камерам было, чтобы заключенные хотя бы успевали заходить. Ну, вот так вот. И там шары гоняют. Как бы это ни звучало. Давайте еще тут тренажерки поставим. Чьи там руки остались? Все, комната для свиданий пока строится. Бюджет пилится, да? А где стена? Извиняюсь за выражение. Чё за халтура? Нахрена вы мне тут стену снесли? Ребят, чё за халтура? Я вам тут сейчас, блин, такую комнату свиданий и поставлю. Ну-ка давайте быстренько мне тут настругайте деревцов. Деревьев. Лучше, блин, ну вас в пене, как говорится, лучше на паузу поставлю. Попродаю это все дело. То знаю вас. Ты там и давай, это не тягай. Ты главное нарубай мне, я тут сам попродаю. Самолично, самовывоз. Так, я думаю, на стенку нам хватит. Так, кирпичная стена. Блин, халтурщики, поувольняю сейчас половину. Так, комната для свиданий. Стол для посетителей. Сейчас мы поставим вам тут стол для посетителей. А где у нас стол для посетителей? Стол для посетителей у нас тут. Так, один, два... Собака. Что, все, больше нету? Не настругали? Смотри-ка, настругали немного. Видите, а я про что? Куда ты попер, блин? Ну, взял такой, спиздил мне тут под носом. Перенес куда-то, где ему там удобней. Все, комната для свиданий у нас, в принципе, готова. Комната для свиданий. Все, вот. Пожалуйста. Пауза. Так, электричество. Электричество сюда. Сейчас забубеним. Вот так вот. Все. Must have. Что у нас? Одного заключенного давайте доберем, да? Ну, сейчас прибудет. Они сами, короче, прибывают тут. 500 баксов сейчас нам за одного заключенного дадут. Чтобы они в постоянном количестве были, так сказать. Так, ну что там, все заключенные сыты, довольны. Так, а еще в комнате для свиданий, я думаю, надо поставить тоже патрульного. А еще в комнатах для свиданий очень любят контрабас тоже передавать. Так что надо быть тут тоже предельно осторожными. Ладно, ночь надо переждать. Пока время останавливать не стану. Что наши работнички работают, да? Работают. Патрульчика я здесь поставил одного. Не, не поставил, теперь поставил. Чтоб я, по крайней мере, видел, что здесь творится. Когда они тут... Опять бушуешь, да? Слушай, ну у нас тут как бы потоп.
слушай, нормально вообще чувак, да? Тут руля 10. Конечно, поднанять бы еще охранников, но у нас бюджет, блин, не позволяет этого сделать. Что такое? Давайте-ка, знаете что? Нам бы кинологов побольше. Конечно, знатная у вас такая тут комната персонала, я вам скажу. Добротная. Да я как-то вам пополам так разделить, чтобы там что-то еще было. А то я что-то перестарался с ней. А, не менее 3 столов для посетителей. Господи, ща поставим. Так, продать. Сколько нам, интересно, денег надо? Что, ну, самовывозом занимаетесь, да? Так, тут у нас деревья. Все, давайте запустим пока. Интересно, на стол хватит? Сколько столешник стоит? Для посетителей. 300 баксов. Нормально потянем. Так, где у нас тут комната? Вот она. Вот так вот. А даже еще одну давайте. Все. Да что ты, блин, что с тобой не так? У меня 48 заключенных. О, кстати, подождите, я хотел... Забыл совсем. Чего же вы мне не напомнили, а? Займы, так. Крупные суммы в кредит у банка в обмен на ежедневную выплату процентов. Хорошая тема. Отчет о спросе, приложение хан с данными. Вот это вот я бы еще поставил. 1000 баксов нужны. Да, но это нам... Хотя... Давайте, может, шотик вот это поставим. Нам был prison, you want, you prison. Intake will... Easy day, each day. А, короче, мы можем заключенных распределять там по времени, по дням, день там гулять могут, да, я так понимаю. Надеюсь, правильно. Все, поехали наши деревья, как дети в школу сейчас уйдут. А, так, что я хотел? Ну, может, так оно запустится. Нет, не хочет. Я не понимаю. Короче, неважно. Разоружение. Смотрите, изъятие у заключенных всех вышеуказанных предметов. Обыск? Обыск. Где у нас тут обыск? Кладка, я уже забыл. Вот она, нашел. Все. Сейчас у нас недовольные появятся, но... Ну, я знаю, как этим... С этим противодействовать. О, кинологи! Господа кинологи! Чё ж вы, блин, сидите и молчите?
Так, собаки, где нам собаки нужны? Собаки нам, в принципе, везде нужны. В основном нам кинологи нужны возле камер. Так, здесь у нас будет тоже кинолог сидеть. Здесь кинологи у нас пускай походят. Так, и куда-нибудь еще одного. На кухне, не? Вот как-то антигигиенично, я бы сказал бы. Хай, здесь, походу, кинолог у нас один. Все. Все на патруле? Все, по крайней мере. Не очень хорошо кинологов оставил. Да блин, не того. Вот так вот. А нафиг он мне тут? Давайте вот этого охранника как-то немного поместим. Отсюда. Вот будешь вот так вот ходить. А сюда мы, короче, песика нашего. Вуаля. У нас больше с расстановкой проблем нету. Все занимаются своими делами. Вроде нету. Ай, блин, нам бы еще одного, да? Кинолога. А, так, где у нас кинологи? Так, псарня, объекты. Где у нас тут? Еще собачьих клеток поставим. Мы сможем себе еще позволить несколько кинологов, да? Вот так вот пускай будут. Одни в патруле. Ну и что, все? Так, увеличить, смести. Блин, ну я что-то, блин, сделал уже. У вас сотрудников устало. Вот, пожалуйста, вам. Находитесь тут сколько угодно. Вот вам еще один стол бильярдный. Вот вам, я не знаю, что вам тут надо. Толкан. Давайте вам толчок сюда поставим. Нет, давайте с толчком пока подождем. И сделаем вот так вот. Все же хотят на свиданку сходить, да? А, во-во-во. Самое главное, чуть не забыл. Теперь контрабаса у нас тут тоже не будет. Вы мне тут это, замесы там не устраиваете, ладно? Отдыхают. Ну, некоторые отдыхают, некоторые работают. Такова жизнь. Деревья вывозятся. Уборщики там работают, садовники сажают. Все на своих местах. Так, и давайте, пока у нас есть бабосик. Жертв проверяю, курс обучения. Это возьмем. Нет, это хрень какая-то. И вот это сделаем. Что-то где-то, да?
Все, с этим мы справились. У нас стало больше охранников. Соответственно, большая безопасность. И давайте, соответственно, сделаем больше камер, как я считаю нужным. А для того, чтобы сделать больше камер, нам нужно их поставить больше. А давайте вот так вот разместим. Здесь мы, короче, перекроем стенкой это все дело. Вот так вот. Здесь мы, короче, сделаем помещение. Здесь стены. Ладно, сейчас посмотрим. Тесная конструкция получается. Ну, конечно, вооруженную охрану бы. Но пока рановато, я считаю. Да, у нас тут, конечно же, конь еще не валялся. Ладно, хорошо, уговорил, найму. Таскай давай. Бич. Амалич, бич. Что-то у меня тут ваши камеры не очень нравятся мне. Вот так. Слишком вентилируемая, я бы сказал бы. Сейчас пускай стенки построят, я там посмотрю, где что снести, где что поставить. Лучше бы, конечно, я стандартно сделал, но так, по-моему, будет лучше. То есть заключенные будут быстрее входить, быстрее выходить. Потому что пару метров. Асимметрично получились, но... А здесь мы можем еще одну камеру поставить, да? Ой-ой-ой. Снести стены. Вот тут вот снести стену. Ну и все. Да снеси ты уже, блин, стену, там твой друг-товарищ загибается. О! Так, кирпичная стена сюда. Гавтовченко, да? Так, и нам нужны толчки. А для того, чтобы поставить толчки, нам нужно провести трубы. Как-то так. И здесь нам нужно поставить детектор. Вот такой вот детектор поставим. Прям сюда так. Забубеним его. Так лихо, да? Ну, чтобы далеко не тянуть электричество. Давайте еще, знаете, какую-нибудь красивую кладочку там положим. Что тут, брусчатка, да? Или это бетонная плита у нас лежит? Хрен его знает. Что-то мне кажется, что это просто бетонная плита. Ну, сейчас посмотрим. Что это у нас тут?
лежит такое. Лежит, валяется. А можешь как-то побыстрее? Короче. Давайте тут. Закладывайте. Мне же интересно, чтобы они передвигались быстрее. То есть, соответственно, они будут быстрее свои обязанности выполнять. Да, бетонная плита, все нормально. Ну и заключенные быстрее там успевать будут по своим делам ходить. Давайте так, для красоты что ли. Опять один человек у нас по УДО освободился, один прибывает, там мы с ним немного поимеем. Вот. Что еще я хотел сказать? Ну, вроде закладывают тут что-то. Что-то делают. Как-то работают. Так, и мы вроде как... Ёлки-палки, да мы выполнили. Неужели? Ну, 100 заключенных это пока многовато. Двух вооруженных охранников. Для того, чтобы у нас были вооруженные охранники, нам нужна специальная комната, где эти вооруженные охранники и будут находиться. А вооруженные охранники у нас будут находиться вот здесь вот. И мы им поставим, соответственно, вооруженную дверь, да? Которую они сами, в принципе, открывать и будут. Вот так вот. Ну, просто там оружие находится. Я думаю, имеет смысл поставить решетчатую дверь, тем более у всех у них есть ключи. Вот. Один вооруженный охранник, пускай. Здесь у нас будет оружейка. Такая добротная, хорошая такая оружейка. Да мы можем себе еще заключенных позволить. До 54. Без Б. Так, тут у нас закладывается все, да? Вот, красота, да и только. Видишь, как быстро бегают все. И перед тем, как это мы сделаем, мы здесь поставим еще кирпичную стенку. Еще одну. Угу. И поставим здесь оружейную комнату. Что нам надо для оружейной комнаты? Для оружия. Стойка для оружия, шкафчик охранника, стол. Стойка для оружия, шкафчик охранника. Так, шкафчик охранника я уже нашел. Стойка для оружия. А,
Что там еще? Стол. Стол. Я думаю, этого нам хватит. Вот как-то так. Я же тут стенку заложил, да, все нормально. Собственно говоря, что нам мешает и здесь положить бетонную плиту, да? Вообще, в принципе, вот так вот сделать, да? Да и, в принципе, вот так сделать. Ничего нам не мешает. Что там? А давайте обыск устроим. Сейчас эти вещи натыренные найдем. Карцеры, что ли, расшились? Так, а нет, это вот здесь у нас. Я думаю, хватит. Карцеров дополнительно, мало ли. Расширим твои полномочия немного в качестве охранника, будешь ходить чуть дальше. Где бы нам еще поставить кинологов? Как считаете? В душе, я думаю, смысла нету. Вообще, кинологи, они должны искать подкопы. Не понял. Расстановка, патруль. Ну, у нас тут, в принципе, так все неплохо организовано, да? По мне. Сюда кинолога поставим тогда уже. Что-то у тебя очень долгий маршрут. Поэтому поставим сюда патруль с собакой. Ну, так вот. Считаю, так будет лучше. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько у нас кинологов? 6. Ну, то ли как один отдыхает, другой работает. Ну что, все? Вроде как все. Так, оружейная комната. Персонал. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Я думаю, нам даже охранники в таком количестве не нужны, да? Или нужны?
один. Где у нас сейчас часто замесы бывают? Как-то так. Сколько у нас? 6 человек, да? Три вооруженных охранника. Три, значит, вооруженных охранника. Здесь у нас неприятности бывают. Один, два, три. Может, веса расширить, я так подумал. Пускай у нас здесь камера будет, да? Опять халтурят. Посмотри на них. Здесь пускай у нас будет такая, знаете, общая, но все-таки камера люкс. Она будет вмещать в себя побольше людей. Здесь будет душевая. Здесь будет туалет. Так, душевая, туалет. Блин, здесь туалет у нас. Где толкан? То есть видите толкан? Я не вижу. Господи, боже, туалет. Обязательно, если у нас есть это, то у нас пускай будет и слив. И пускай у нас будет в таком случае... Слушайте. Побалуем заключенных немного, а? Раз уж бабос появился. Тем более у нас в других камерах есть телевизоры. Что-то как-то не демократично, что ли, получается, да? Инженерные кабеля у нас тут имеются. А, в таком случае мы здесь поставим еще... Что мы тут поставим? Мы здесь поставим трубу. Ее самую. Сколько у нас тут душ? Так, где я тут телевизор видел? Вот телевизор. И поставим мы здесь камеру. А шо, кровати нету, что ли? А это что стоит? А, ё, это ж общая камера. А шо, у вас тут туалета нету? Чешо. Ай, блин, лавку вон сюда. Как вам такая камера? О!
А ты куда собрался? Так, теперь мы можем себе позволить 57 человек, да? У нас сейчас только полдо, что ли, вышло? Ой, нет, 57. 5 штукарей сейчас получим. По заслугам. Так, что я хотел? Хотела сделать тут по-человечески все. Вот что я хотел. Это еще что такое? Водопроводная труба лопнула. Ох, ебаться сраться, а? И чё, блядь, вы тушить пойдете, сука, уёбки? Чё за хуйня? Как мне это тушить? Пиздец. Ну-ка нахуй. Ну-ка, блядь, тушить бедите, сука, уёбки. Я вас нахуя сюда позвал, блядь. Бегом нахуй. Побежал, гоняя кал, блин. Охереть, блин. Сюда, блин, еще тушить беги. Все, пиздуйте отсюда. С глаз моих долой.
Дайте хотя бы воды, блин. Не знаю, зачем я здесь провел, просто так. Кто-то мертв. Повар. Я сейчас еще кабеля здесь вести везде. Так я не понял, а чё вода к вам не поступает? Чё случилось? Чё вода не поступает? Вроде как везде есть. Может, потому что электричества нету? Скорее всего. Давай ты, блядь, свечи уже, сука, закладывай сюда электропровода. Поувольняю всех нахрен. Сейчас чувствую, у меня вооруженная охрана и потребуется. Эти уже там...